Эра Водолея? Ты еще не понял, что время больше не линейно? Ты еще не понял, что начались непредсказуемые игры времени? И всего лишь годик может мгновенно превратиться в 10? Или даже умчаться в вечность? Мое время вообще пустилось в пляс, его танец становится все более непредсказуемым. И ты оптимист слишком. Будучи уверен в том, что линии наших времен еще пересекутся или склеятся друг с другом, как китайские блинчики на сковороде. Кстати, да, слоистая структура времени возможна, но не в этом мире, не здесь и не сейчас. Эра Водолея.